Всем привет! Вы сейчас, наверное, вздрогнете от количества красного цвета в кадре, потому что у нас в гостях... Фильм «Последний богатырь» стал самым кассовым фильмом в истории российских фильмов, собрав за время проката больше, чем многие другие фильмы. Но с другой стороны, много было негативных отзывов, причем специфического характера. Многие увидели подмену понятий добра и зла. Если говорить серьезно про фильм «Последний богатырь», я считаю, что это идеологическая провокация, который, на мой взгляд, передает детям все то, чего они не должны видеть категорически. Это преступление перед детьми. Все герои в русских сказках, определенные здесь, смываются все границы. Фактически идет подмена понятий о добре, которые у нас существуют, и они смешиваются с понятиями о зле. Общий смысл этого фильма – добро уже не то. Идем за помощью к злым силам. Здравствуйте. Все, кино не будет. Электричество кончилось. А теперь, собственно, мой обзор. И чтобы обзор был более понятным, я вначале дам определение образов главных персонажей «Последнего богатыря». Иван – простой современный обыватель, шарлатан, мошенник и циник. Действует по принципу «не мы такие, жизнь такая». Но пока знания не владеют им, ничего толкового у него не получится. Алёша Попович – это образ воина, солдата, но дав слабину погибает. Старец – это образ знаний, он помогал богатырям. Но старые богатыри ушли, и многие знания скрыты под толщей истории. Однако нужны уже и новые знания, и правильных понимания, и применения – помогут исправить ситуацию. Добрыня – образ власти и государства, по сути, само государство. Был когда-то на вторых ролях у Ильи, но зависть, алчность и жажда власти сделала его коварным. И вроде правит неплохо, и злодеи пойманы и сидят в темницах, но все равно идет на сговор с Кощеем, капиталистом. Варвара – это образ пропаганды и спецслужб, и чиновников. Баба-Яга – прообраз феодальной России, живущей предрассудками и колдовством. Водяной – образ Горбачева, который может только лить воду. Очаровавшись красивой картинкой, в итоге его ждет предательство и крушение. Кощей – это образ капиталиста, образ абсолютного зла, коварен, похотлив, жаждет бессмертия. Но без его освобождения нельзя было выйти из феодальности. Он в сговоре с властью, обманом руководит народом, Иваном и Василисой. Использует в своих интересах и Водяного, и Бабу-Ягу. Чудо-Юдо – образ Ельцина, когда народ довели до состояния лягушки и каменного века. Змей Горыныч – некогда отрицательный персонаж, жёг людей, но теперь вроде бы и должен быть великим и могучим, но на деле очень мал, но все же свою роль в истории сыграет. Изба на курьих ножках – образ России, в начале фильма архаичный, но со временем вышла из феодальности, совершила невероятный прыжок в будущее, которое может погибнуть от действий самого же народа – Ивана. Илья Муромец – прообраз Ленина и Сталина, великих руководителей страны. Василиса – образ пролетария. Именно она принимает самое активное участие в боях и сражениях. Но заманенная Добрыней, властью, превращается в квакающую лягушку. Короче, Склифосовский! «Последний богатырь» – это современная сказка о нашей с вами стране.
Фильм удивляет с первых же кадров. Нам показывают, как несколько вооруженных воинов преследуют другого. Но что интересно, одеты они вроде одинаково и, по всей видимости, принадлежат одному воинству. Но этого воина излавливают, делают каменным и бросают в пучину морскую, где на дне еще много таких же богатырей. На волшебного коня, а точнее старца, умеющего превращаться в коня, поймать не удается. Но он также прыгает в море. И тут мы узнаем от женщины-совы Варвары, что это был последний богатырь. Как старец не пытается их спасти, их всех уже превратили в камень. Это был последний богатырь. Алеша Попович был последним. Не думала, что это будет так легко. Но это так, вступление фильма. А по сути, нам показывали момент развала СССР. Дальше нам показывают наше время и современного героя, в кавычках. Современный герой по имени Иван Найденов – это абсолютно непорядочный человек. Мракобес, шарлатан, обманщик, мошенник и крайне циничный человек. Живет и обманом зрителей, изображая мракобеса на телешоу, и обманом других людей, ставя защиты и снимая порчи. Не гнушается давать взятки. Неуважительно относится к пожилым и людям ниже его статуса. И я вижу, жить тебе до смерти на одну пенсию в 6000 рублей. Проводит свободное время в торговых центрах. Но такая успешная жизнь только катится вниз по трубе и все равно заводит в тупик. Даже просьбы к самому президенту здесь показаны комично, и никакого ответа обычному человеку дать не могут. Да, Владимир Владимирович. Конечно, могу. Более того, в картине показано, что современный человек даже не думает о детях, о будущем поколении, которое будет жить дальше. Да и будущее поколение тяжело больно. Но вся эта беготня и толкание окружающих ничего хорошего не сулят. И в итоге наш герой оказывается в прошлом. Да-да, в прошлом, потому что только знания о прошлом страны помогут помочь понять, что произошло со страной. Но Иван ничего не хочет понимать. Старец, образ знаний, пытается донести до него истинную картину мира и передать часть знаний, чтобы Иван понял, что это за мир, что только он может изменить ситуацию, в которую попал. Но тут в старца попадает стрела. Иван начинает понимать, что это вовсе не видение или сон. Он пытается уговорить царя Добрыню отпустить его. И тот вроде даже вначале признает за Иваном богатырское наследие и даже освобождает от связанных рук. Но это оказалось обманом, и герой попадает в еще худшие условия, в темницу, в кандалы. Иван все еще не верит в то положение, в которое попал, и пытается докричаться до царя. Освобождение Иван может получить, только освободив Кощея. Но Кощей же – образ жажды, богатства. Он образ капиталистического мира. Кощей, Кощей, возьмите меня! Я важные вещи своего мира знаю. Физика, химия, автомат Калашникова. А? Возьми его, пригодится. В общем, ему удается освободиться. Кощей не может без Ивана. Он его берет с собой. Им даже удается заставить избушку на курьих ножках, образ России, сделать невозможное, вырваться из сковывающей феодальности и архаичности. И даже совершить невероятный прыжок. Прости, Илья. Прости, что сына твоего не уберег. Нечистая сила.
извините. Там у вас что-то горит. Я зашел, а оно горит. О, это мое! Через какое-то время в стране появляется так называемая гласность. Гадость какая! Под зарубежные песни герои идут к смерти реке. По пути Ивана приманивают различные красивые цветочки, которые оказываются совсем не безобидными. Появляется похотливый царь водяной, руководитель, способный только лить воду. Ивану даже не говорят, чем этот повелитель струи может помочь. Но даже этого повелителя струи ждет бунт, и те, кого он взрастил, предадут его. Тем более, что взрастить он смог только кровожадных пираний. А чем этот повелитель струи нам поможет? Я так, знаешь ли, за общее дело переживаю, так домой хочется. Придет время, увидишь. Если доживешь. Помогите! Сейчас! Сейчас чистой воды! На родного отца! Кошку разеваю! Никакого уважения! А ведь я их сюда потерял! В пещере нас встречается чудо-юдо, который переворачивает ступу с водяным, доводит нашу страну до каменного века. И только хоть какие-то остатки русскоязычной песни помогают выбраться. Показательна сцена, где Варвара делает каменным водяного. Водяной настолько верит в свое могущество, что отвечает Варваре пренебрежительно. Но сила Варвары сильнее. Здесь показан переход власти от команды Ельцина к Путину. У нас команда вон какая. Чувак бессмертный. Колдунья за нас. Че встали-то уже? Что, Пузырь? Спасибо. Не забуду. С дороги. А ты меня сдвинь. Да не больно это. Берешь вот так. Жить надоело. Вас спасал. Кого ты спасал? Я бессмертный. Ладно, в путь, полудухляки. Это не помогает скрыться от надвигающейся угрозы. Героев ловят и связывают руки. Под пристальным взглядом Варвары и с помощью плетки Иван находит меч-кладенец. Вот уже почти победа близка, но Иван отдает меч в руки Кощея. И здесь мы узнаем, что Кощей заодно с Добрыней и Варварой. Снял заклятие. Теперь я могу домой вернуться? Ваня! Связался с нечистью? Предатель. Обманув уже Кощея, завладевают мечом. Появляется Василиса и выбивает меч из рук Добрыни. Меч подбирает Иван.
А вместо того, чтобы драться, он отправляется опять в наш современный мир шарлатанства и обмана. Да. Алло, Иван. Слава богу, мы до вас дозвониться не можем. Это администратор из битвы магов. Сегодня же снимаем финал. Вы где? Алло, Иван. Со временем он понимает, что так жить нельзя. И вместо того, чтобы опять участвовать в шоу, он попытается старым способом что-то изменить. Но это невозможно. Он попадает за решетку. И вот здесь он находит знание. Опять в образе старца, который указывает ему путь. Ты живой. Тебя же убили. Не совсем так. А чего ж ты не спас меня тогда? Меня там то убить, то сожрать хотят. А ты здесь прохлаждаешься? Так я в этом мире хотел сохраниться. Меня схватили. Эй, стой! Росло! Ваня, давайте первый! Оторопись! Но все уже не так просто. Героев ждет казнь. И Добрыня уже хочет овладеть полной властью. Но только сам капитализм готовит себе погибель. Иван может только этому помочь. Вань, ты ведь не серчай. Важный посыл передачи знаний мы видим в сцене, где Иван оживляет больного ребенка. Этим роликом я хотел рассказать свое видение фильма «Последний богатырь». Если вас заинтересовал мой ролик, то пересмотрите фильм еще раз по-новому и поделитесь с друзьями. Не забудьте поставить лайк к ролику. И не забывайте, что сказка остается сказкой даже в будущем. Знаешь, ведь одна ведьма мне предсказала, что я здесь, в Белогории, погибну. А ты что, в сказки до сих пор веришь? Ну что, родимая, гони! Замок временем срыт и укутан, укрыт в нежный плед и зеленый их победа. Но развяжет язык молчаливый гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло, оторвать от него верхний пласт, и взять его крепче за горло, и оно свои тайны отдаст. Упадут сто замков, и спадут сто оков, и сойдут сто потов с целой груды веков, и польются легенды из сотен стихов про турниры, осады, про вольных стрелков. Их знакомые мелодии. Потому
набором меча тетива от натуги дымила. Смерть на копьях сидела утробно урча, в грязь валились враги, о пощаде крича, победившим сдаваясь на милость. Но не все оставались живы, доброте сохраняли сердца, защитив свое доброе имя от заведомой лжи подлеца. Хорошо, если он закусил у тебя, и рука на копье поудобней легла. Хорошо, если знаешь, откуда стреля, хуже, если по подлому из-за угла. Как у вас с мерзавцами? И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война. И темница тесна, и свобода нужна. И всегда на нее уповаю. Время эти понятия не стерло, нужно только поднять верхний пласт, и дымящийся кровью из горла чувства вечные хлынут на нас. Ныне призна на веки веков старина, и цена есть цена, и война есть война, и всегда хорошо, если честь спасена.